Шалом, меня зовут Виталий, я пастырь церкви города Татарбунары, церковь пробуждения. И у нас сегодня было такое молитвенное служение, с участием общин еврейских из Белгороднестровска, с Черноморска, с Одессы. И мы вместе молились, славили Господа, и мы получили большое благословение. Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Просим, Господь, в нашем лице, в моем лице, прости, Боже, этот народ, эту землю. Боже, покрой ее святой. Прими, Боже, эту молитву, Господь, и благослови это народ. Хорошо, конечно. Я знаю, Маш, как позвонить, значит, он обратно. Я знаю, что мы всегда ищу точки соприкосновения с любыми, скажем так. И поэтому говорю, да, ребята, мы должны острые углы обойти, найти что-то общее, что у нас есть, и все, мы работаем без проблем. А если каждый будет свое дергать, вот это вот наше, понятное дело, конфронтация. Нам надо союз, чтобы это было. Искать то, что созидает, взаимное назидание. Вот это вот, да. Благодарны за это братство, за баптистское братство. И мы благодарны, что мы, Господь, являемся одним новым человеком. И евреи, и не евреи, Господь. Теле Мессии. И мы благодарны за эту привилегию сегодня от имени народа Израиля благословить эту землю. Аллилуйя. Благословить твоих людей, твой народ. Благословляем, Господь, этот детский лагерь. Пусть твой шалом, твой мир, который превыше всякого ума, наполняет, Господь, это место. Пусть, Господь, эта земля будет исцелена. Пусть придут твоя благодать и твое благословение. И пусть всегда на этом месте будет проноситься плод имени твоему. Мы благословляем эту землю, благословляем служителей, Господь. Благословляем Валеру, Господь. Благодарим за его открытое сердце, Господь. Пусть придет твое понимание, твое слово в его жизнь, чтобы через то, что он делает, всегда и везде была явлена слава имени твоего. Мы благословляем. Знаю, кто такой Дерек Принс. Есть, да? Дерек Принс, он говорит такие очень замечательные вещи. Это однажды попало в мой дух. Что Бог, он благословляет язычников через евреев. А наказывает лично. А евреев благословляет лично, а наказывает через язычников. О чем я хочу сказать? О том, что Израиль – это народ, который принес благословение. Благословение в каждый дом, в каждую семью. И когда бы евреи, где бы они ни находились, даже будучи в Галуте, даже будучи в рассеянии, они всегда являлись благословением для той земли, где бы они ни находились. Мы просим Тебя, прости и помилуй наш город, Господь. Яви свою милость, Господь, в нашей земле, Господь. Потому что здесь проливалась кровь, Господь. Невинных людей. Яви свою милость, Господь. Прости нашу землю, Господь.
Но мы с женой уже как бы давно верующие люди. В церкви мы познакомились, потом поженились, потом Виталик пел еврейские песни, а мы как бы смущались, потому что а что нам еврейские песни? У нас украинские есть, в принципе. Вот, ну, был такой душок своеобразный, называется еврейский антисемитизм. Вот, потом как бы... Потом начал Бог с нами работать, ну, это 2 года назад. Начал он так как-то работать, наверное, те молитвы, которые вы совершали, 8 лет назад начали расти. Вот. И он как бы работал, начали мы всякие там по праздникам интересоваться, шаббатам интересоваться, на нас всех косо смотреть, ну это нормально, так должно быть. Вот. И в итоге так вот Бог повернул, как бы. Ну, короче, у нас уже, можно сказать, полгода у нас уже ячейка, на которой там есть как бы евреи и не евреи тоже. Вот, на общении у нас тоже есть 5 семей еврейских, молитвенных в списке, там еще их больше. Вот, ну как бы, слава Богу, так вот Бог действует, и за эти 2 года мы чудесно виделись больше, чем за те все предыдущие, как бы, 10 лет уверования или больше, вместе взятых. Мы благодарим Тебя, Великий, что Ты идешь впереди них, Господь, и Ты все совершаешь за них, Господь, а они послушны и смиренны. Они послушны и смиренны, Господь. Слава Тебе, Святой, слава Тебе, Святой, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Ишуа, слава Тебе, Святой. Здравствуйте, меня зовут Наташа, я из Ильичевска, из общины Бетель. Здесь мы находимся по приглашению наших теперь уже друзей. Это прекрасная церковь, в которой мы сразу почувствовали невероятную Божью любовь. Мы находимся как бы на пути молитвы за Бессарабию. Время замечательное. Призываю просто всех подключаться и благословлять землю Бессарабии, потому что очень нуждается эта земля. И благодаря тому, что мы здесь уже не первый раз вот в такой поездке, мы видим, что Бог очень сильно благословляет Бессарабию, и есть движение. И это очень вдохновляет нас и укрепляет нашу веру. Я сегодня ехала большой участок хорошей дороги. Это было замечательно. Благодарю. И я также призываю всех молиться за Израиль, потому что в этом сокрыт успех. Вообще, ну, это рецепт хорошей жизни. Молитесь за Израиль, потому что к этому призвал нас Господь, к этому призвал нас Отец. И сегодня такое слово прозвучало. Папа все сделает для того, чтобы вернуть своего сына и благословить тех, кто будет помогать его сыну вернуться к нему. Молитесь за Израиль. Аминь. И мы благодарны за это время, проведенное вместе с вами. Мы завтра продолжаем наш молитвенный тур, и мы верим и рады, что мы приобрели в вашем лице друзей. Настоящих друзей и настоящих молитвенных партнеров. Завтра мы несем это послание в город Измаил. И мы хотим, чтобы вы молились за нас и благословили то, что мы будем делать. Знаете, мы принесем это послание Божьей любви от имени народа.